Всем привет! Сегодня мы вторую часть снимаем нашей игры Minecraft Bedwars снова, да, снова Bedwars, мини-игры, снова, погнали! Кто со мной играл, я подтверждаться не помню, вот это я тоже не помню. Два человека, три. Давай зашел. Смог, давай. Давай. Алло. Слушай, мама вчера хлеб покупала. А можно заказывать хлеб? Как это делается? А как правильно это делать? То есть это разово заказывается или там можно... О, Вертор. Ага. Вертор, он из нашей команды был. Ну, нет, зачем Вертор вышел? А, то есть после работы, вот, допустим, Вертор, когда урок вернись, не получается, пожалуйста, да? Пожалуйста. Вернись. Ага, я понял. Через Иванов какой-то. Просто он мне твой телефон дал, Иванов. Сказал, что через тебя. Ой. Иванов твой телефон дал и сказал, что через тебя еще. Через человека? Они даже не знают, что я снимаю, потому что я им не говорил, что я снимаю. Николай, я хочу, чтобы вы... А как договариваться тогда с человеком? То есть, кто я, допустим, или как, то мне объяснить? Я сейчас спрошу, кто переписывается? Я понял. Кто переписывается? Я понял, но ей надо звонить будет каждый раз, когда мне нужен будет. Кто переписывается? Для этого... Кто-то ответит или нет? Кто-то ответит или нет? Ага. Кто переписывается? Ответьте, ответьте, ответьте. Я понял, а рассчитываться с кем? А с кем рассчитываться? Ага, и... И сколько стоит? У всех почти по трое. Еще раз. Это типа кирпичик? Ага, я понял. Хорошо, тогда скинь мне, пожалуйста, номер телефона, я поговорю с мы решим. Да. Хорошо, спасибо. Есть железо, есть железо. Есть. Теперь уже готов быть брутальненьким. Я готов быть брутальненьким, а то потом. Короче, Друг, ты где, чувак, на. Я ему скину, он, наверное, даже не подозревает, это вот так, я ему это скину. Ой, вот это возьму себе. Такс. Что же мне бы Николай бы подарил? На тебе палочку возьми. Что я еще могу себе взять? Так. Вот так пусть и жатвы надо. Все, жатвы готовы. О, у меня появился день, чтобы мне Николай подарил. Строится? Да. Хорошо. Да не стройся! Эй! Что делаешь? Что делать? Рано. Ладно, тут будут строиться. Что, даже вообще строиться нельзя? На, тогда ты строй. Бери блоки, блин, и строй. Забирай блоки и строй. Понял? Короче, я тебя просто беру и замуровываю. Николай, я хочу, чтобы ты мне подарил. Замуровываю я тебя. Нет, я тебя замурую. Да давай, дед, успокойся.
Замуровать тебя, замуровать. Так, все. Пусть он там зарабатывает, а все равно вот тут собираю сейчас. Сейчас построю еще защиту от него, чтобы он никуда не сбежал уже. Нет. Знаешь, я буду строить. Нет! Ты хоть мне скидывать? Слушай, ты чё? Ты чё? Блин, может, у нас только двое. Чё? Зачем ты ресы кидаешь? Что делать? Ну, я не понял, вот тактику мне. Вообще, я не понял, вот тактику. А, так мы остались против красных только. Ну и красные. Давайте станем вообще себе брутальным боссом. 7 железа. Это убираю я. Это оставлю себе. Еще по брутальней становлюсь я. Беру себе мячик детский. И кирочку. Крутецкую. Какой здесь круче? На тебе, чувак. И возьми нагрудник. Чувак, возьми. А, я хотел одежду еще покруче взять. А, ну шлем только. Не подхватывай, что ли. Нет, знаете что, Яля? Вам такой нужен. Так. Такс. Не, тихо. Я просто вот так построю. Подожди. Цветок Иисуса, блин. Да Иисуса, цветок, дай. Сестрой. Сейчас тут будет. Я его не вижу, что там, по-моему, спавнер какой-то есть. Чайка какой-то. Ладно. А вон я вижу, строится чувак, я вижу, да. Будется кидаться. Ты что толкаешь меня? Сам иди туда. Сам туда иди. Все. Вот! Пока! Мам! А мороженое поставим на разморозку? А можешь поставить? Надо построить. Подожди, я хотя бы вот так вот просто вот сюда построим. Вот так. Все. Так, значит. Так. Так. Мне сейчас придется как-то вот так. Такс. Ты чё? Аврюк! Я... Вот он этого хотел. Ну вот я знаю, но... Он тут домогался, просто домогался этого. Сдох, но там нюк полный.
Чего? Нет, друг. Теперь сиди там. Компот? Будешь там теперь. Компот за... Нет! Все, теперь там крышка, чувак. Ты виноват! А я говорил, ты виноват в этом. Она крышка теперь. Я же вычищу. Иди отсюда. Дай пролезть. Ну тебе. А, нет. 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 Ну все, она крышка теперь, чувак. Она крышка. Ну, на тебе. На тебе, на. Давай, мочи, мочи, мочи его, мочи. Зачем ты нашу кровать поломал? Ну ладно, на этом мы не будем заканчивать. Мы поиграем в другую игру, мини-игру. Сейчас я выберу. Так, ребят, я выбрал. Это будет у нас уже... Игра... Эти, как они называются, забыл. Sky PvP. Sky Wars, только тимой. Типа вместе. Sky Wars вместе. Я не знаю, что я выбрал, но что-то выбрал. По-любому, смотрите. Хантер я какой-то. А, такие лучники. Я люблю лучника. Я понял, в чем прикол. Да мне что-то. Ну, ладно, ничего, тут ничего. Опа-на, сундучок есть. Вот это надо ему отдать своему другу, где он? Дружбан, возьми. Дружбан, возьми. Дружбан, возьми. Возьми и возьми. Вот, тебе пригодится. Я знаю, что это тебе пригодится. Прикольно, кстати, в виде, типа, звездных войн. Очень круто, мне нравится. Но должны быть еще сундуки, по-моему. Вообще, максимум, минимум, 3 сундука, если я не ошибаюсь. Видно, что это максимум. Ладно. Нету сундуков, значит, нету сундуков. Даже тут нету сундуков. Ладно, давай. У меня есть чем построиться. Опа-на. Давай-ка. На середину? На середину. А, так ты уже строился на середину. Молодец. Так, значит. Так. Тебя укрыть? Так. Так. Ты заболели? Хочешь на ногу? Так, давай, идем вот так, будем копаться. Видишь, я уже простывший, я чапью, у меня уже... Давай. Это, голос. Хорошо, хорошо. Уже долго играли. Идемте, идемте. А чего ты плачешь, скажи? Не хватило. Ай, больно. Не хватило. Нету больше, у меня только песок. Друг, у меня только песок есть. Подожди секунду. А в чем я виновата? А кто в моем телефоне играет в Clash Royale? Я. Я тебе у меня там зайчка попался. Конь. Что ты написал? Ура, золотой? Да, спикер. Потому что написал неправильно. Ты там какие-то буквы. Ну ты же сам не мог прочитать. Как я могу прочитать? Даня, сейчас будет. А сюда иди. Когда ты придешь ко мне, тоже уже. Сюда иди. Ясно? Все, я пошла накладывать ужин. Кирилл, заканчивай, тебе еще хорошо, не скажу. Хорошо, но я сказала. Ну, я знаю твое хорошо, но может затянуться еще на полчаса. А да, там этот, снимает да, твое это, глаз? Кирилл. Какой глаз? Ты с веб-камер? Нет. Она подключена. Я знаю, для того, чтобы слышали, что я говорю. А через микрофон? Не знаю. Ну, это считается у меня как микрофон. Так, давайте мы будем сторожить, можно так сказать. Идите отсюда.
твои штаны вот это тут. Знаете, что у меня лук есть? Ну что, вот я открываю, они вот болтаются, грязные. Ладно, последняя битва. Ну, придумай другое место, куда их ложить. Ну-ка, на три человека. Ой, я знаю такое. Похоже, знаю. О, мне уже сразу лук дали. Я знаю, как пробираться. Я просто играл на этой карте. Я знаю все приколы на этой карте. Песок. Один человек уже провалился, нормально. Значит, теперь два человека осталось. Значит, этим док. Только здесь зомби нету. Так, кремень мне не надо. Значит, это пригодится побольше. Мне надо вот это сюда. Я не знаю зачем. Вот это уберем, это уберем. У тебя там были гласные буквы, можно было прочитать. Так, здесь давайте вот это возьмем, вот это возьмем, уточку. Уточка. А прочитать не можешь. Так кто виноват? Две брони. Прочитай. Хорошо, значит, этим. Я что, виновата, что ты неправильно написал? Я что, тебя наругала за это? Нет, я наругала за то, что ты голову ложил, и там удариться мог. Я не знаю, что... Я тебе не ругала, не писал неправильно. Я наоборот... предложила тебе свой, помощь, да? И сказала, значит, что знаешь, что, на, бери. Я буду тебе помогать. Что, кирочка? Я буду тебе помогать и говорить, по какому руку надо писать. Это только я могу Ольга быть. Я тебе нарвала, по поводу того, что ты голову уложил. Ты пробуешь это прокачаться. А там угол стола, брод и ты плакал. Хорошая. Хорош, чувак. Не было бы? Белая. О, сундук. Так белая штука вот тут наклеена, а ты голову вот сюда ложилась. Это запростроится. Поэтому сундуком. А ну, не лучше нет. Вот так, проверялись. Опа, железо снова мечик есть и ТНТ снова. Я сказала, что неправильно. Но я не могу прочитать. А как прочитают на команду? Нормально? Опа, я где мой друг? Где друг? Иди. Я не могу прочитать. Как мы пишем? Ты можешь прочитать. Ты где? Ты где? А, сразу же было куляться. А вам найду. Опа. Бан. Знаешь что, возьми лучше меч. Меч возьми. Курочка есть. На, возьми курочку. Покушай. На, покушай. Не знаю даже, что тебе могу еще предложить. В принципе, норм, значит, ты норм одет. Может, папа может нам что-то предложить? Если. Вот он говорит, просит у Николая нюх. Я говорю, зачем тебе нюх? Вот у нас есть разные автоматы. Ну да, у нас есть поинтереснее автоматы, чем нюх. Не, ну там есть мега-нерф, это очень круто. Да. Ну, для чего? Ну, зачем? А резу куда? Уже же Николай его дарил. Можно придумать что-то другое, но не знаю, что придумать. Ну, у тебя нет какой-то такой большой. Мечты у тебя большие. У меня есть мечта. Со мной? Потому что у нас уже все. Ладно, давайте найдем своего друга. Я все. Профиль. Вот. Телепорт. А мой друг был Макс. Где? Нет. А у кого ты просишь тачки?
А, быстрее, что у него. Это же у него в инвентаре, я помню. Алмазы, крутой чувак. Ладно, я дошел, это мой друг. Потому что я помню, он давал алмазы. Ладно. Мне надо как-то выйти. Нет, мне надо. Да, зачем? А, ладно, на том, как я что-то зашел в какую-то игру, мы будем заканчивать, потому что я в ней играть не буду. Ладно. Он мне еще нагрузился. Слушай, ну это долго. Не, игры быстрее. Сколько времени она идет? Ну, может, 10 минут. Вот может, 20, а может, 30? Нет, так не может быть. Кирилл, у меня уже остыл ужин, во-первых. Во-вторых, ты еще не сложил рюкзак. И в-третьих, ты долго уже сидишь. Ты как пришел домой, так и сел. Давай, загрузка. А, так время 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Давай, давай, есть, 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 есть. Сразу я лучник, у меня стейки есть, это круто. Зелье, это хорошо, водичка норм. Так, берем диван, убиваем. Типа, так, быстренько тут меч надо взять. Прихватить еды. Здесь все зельки сюда, паутинку вот сюда. Так, что у нас тут? Да. Есть шлем, это подходит, это подходит. Это пузырек сейчас будет использовать. Песок не надо, вот стрелы пригодятся мне. Смотри-ка, давай. Есть. Пузырек одели, сделали на себя. Ну, это же самое. О, знаешь, кого дала? Кого? Кабана. О, у Дани есть такой. Вот это. Да? О, ой, там уже некоторые дерутся. Ну да, круто драться. Блин, у меня нету блоков вообще никаких. Вообще никаких блоков нету. А я же... А, таким могу просто взять и добыть себе блоков. Добываем блоков себе. Так, быстренько берем, используем на кому-то. Вот так, бью. Крейсер внимания, мне кажется, это плохая идея сейчас идти туда. Но стоит, потому что кто-то мне будет 4D. Думаю, я проиграю. Лучше пока что тут дождаться, когда там будет поспокойней, то я могу пойти. Пока что я могу тут побыть. Пойти вообще на другую сейчас базу. Сейчас пойду. Смотри, сколько вот так стоять, потому что полежать может так подойти меня и ударить. Это будет плохо. Быстренько давайте добудем. Все, блоки. В принципе, перейдем. Давайте вот так, так. Так, 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 так. И опа, есть, значит, это чувак уже запрыгнул. О, здесь молоко даже есть. Это... Это нам железные ножики. Здесь вообще ничего не было. А чё это выкинул? Я что, выиграл? Есть, я победил! Ладно. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем. И всем пока!